Сегодня в Туркестане подвели итоги 14-го республиканского чемпионата по национальным видам спорта. Названные победители в КСКУ, Кокпаре, Тенгеалу и Аударыспаке. В последнем сильнейшими оказались южноказахстанцы, которые заняли почти весь пьедестал. Отдали победу они только в одной весовой категории – Ермеку Жапишеву из Западного Казахстана. В Тенгеалу равных не оказалось Алихану Бабишеву, а в КСКУ одержала верх павлодарская пара Аим Уразалина и Нурбул Жексебек. В самом массовом виде спорта Кокпаре третье место у команды Алматинской области, второе у жамбыльцев. Главный же приз завоевали южноказахстанские жабандосы. Этот турнир стал хорошей подготовкой к предстоящему чемпионату Азии, который пройдет в 2015 году в Турции, считают организаторы.